прошлых сериях. После создания злого медведжокера папа уже не мог остановиться. Один за другим злодеев становилось все больше и больше. Но ни один из них пока что не одержал победу над добрыми медвегероями. Может, пора уже остановиться? Но нет, папа не хочет так просто сдаваться. Долго собираясь силами, он все-таки решается сделать самого ужасного и зловещего персонажа. Кто это будет и чем все это закончится, пока что неизвестно. Но разузнав немного о будущем злодее, загадочнику приходит в голову одна гениальная идея, и он спешит к нашим друзьям, чтобы предупредить их об опасности, но только своим коронным способом.